Время – самый жестокий ресурс, который идет по самой жесткой цене – 60 минут в час. И не дай вам Бог в последний день своей жизни оказаться в полной заднице. Потому что вы свое время растратили на бесполезные абсолютно действия. Посмотрите на каждый ваш прожитый день. Бывает так, что день раз и прошел впустую. Ничего страшного. Это ведь всего лишь один день. Но сложите эти дни, и получится месяц. Сложите месяцы, и вы получите годы. Сложите годы, и вы получите целую жизнь. Жизнь, прожитую впустую. Захотите ли вы оказаться в такой ситуации? Будете ли вы меняться отныне? И стоит ли это делать? Или вы так и будете утверждать, что вы все знаете? Что вы во всем правы? Может быть, когда-то все-таки стоит сделать выбор? Мы в каждый момент времени оказываемся перед выбором. И от того, каким будет этот выбор, зависит течение вашей дальнейшей жизни. Пришло время сделать выбор. Пришло время меняться. Время меняться. Время ставить цели. Время искать причины, которые заставят вас двигаться. Время очень четко простраивать планы. Время следовать этим планам. Время добиваться своих целей. Они ведь заслуживают того, правда? Время принимать решения. Пора меняться. Пора предпринимать такие действия, которые будут направлены на достижение вашей цели. И желательно, чтобы эта цель была великой. Чтобы не было стыдно потом за то, как вы жили и на что вы потратили свое время. Время действовать, активно действовать в достижении своей цели. Чтобы потом можно было с гордостью сказать: я сделал все, что смог. Я работал на пределе возможностей. И я отдал все, что мог отдать. И я заслуженно имею то, что имею. Время меняться. Но это очень просто. Вы можете это сделать очень быстро. Для этого не нужно каких-то сверхусилий. Это ведь очень просто. Посмотрите на эту формулу. Она очень проста. Всего лишь нужна мотивация, ответ на вопрос, почему вы это делаете. Всего лишь нужно грамотно поставить цель. Всего лишь нужно разработать детальный план по ее достижению и начать действовать. Нужно научиться управлять своими состояниями, своими мыслями так, чтобы достигать нужных результатов. И нужно взращивать в себе систему убеждений, которая поможет вам взойти на вершину Олимпа. Ведь вы этого достойны.